Сегодня 30 сентября, а это значит, что мне исполняется 27 лет. И в свой день рождения я хотела бы провести это утро вместе с вами. У нас сегодня не будет какого-то мега празднования, потому что я болею. Будем отмечать в семейном кругу, тем более у моей мамы сегодня тоже день рождения. И получается, что я как бы ее подарочек. Хочу сегодня вместе с вами сделать макияж и прическу. У меня есть буквально минут 20 до выхода. И я хотела бы сегодня с вами поговорить о том, как прошел мой год, чего мне удалось добиться. Расскажу вам о своих ближайших планах, поговорим о YouTube, о моем канале, а также расскажу о своей новой мечте. За свои 26 лет я поняла, что я не умею отдыхать. Вот серьезно, я тот человек, который постоянно в напряжении и не умеет расслабляться. Я понимаю, что бесконечно работать тоже не выход. И единственное, что мне помогает расслабиться, это природа, как бы это странно ни звучало. Я вот честно очень скучаю за природой, и каждый раз, когда я возвращаюсь домой с работы, мне кажется, что я слышу, как стонет земля. Какие души и жарко под этим асфальтом. Взглядом цепляешься за любой листик, за любую травинку. Летом после работы я просила брата привозить меня на пляж, там на берег Днепра за город, просто чтобы полежать на песке и посмотреть на звезды. И я из той категории людей, которым нужно небо над головой, а не постоянные небоскребы. Я просто не могу привыкнуть к этим бетонным джунглям. Очень хочу загородный дом, прям очень, но это пока в мечтах. Что касается моих наставлений на следующий год, я определила три самых главных таких принципа, которым я буду стараться следовать. Первый – это приоритетность. Я буду очень стараться правильно делать выбор, чем мне заниматься, на что тратить свое время. Следующий пункт – я буду учиться отдыхать. Это не поможет восполнять мой жизненный баланс, правильно расходовать свою энергию и так далее. И последний пункт моей программы – мне нужно не думать, а действовать, не ждать, а делать. Что касается моего канала на YouTube, не знаю, хорошо ли это или плохо, но как-то я остыла к нему. Если вы заметили, я намного реже начала выпускать видео. Раньше они выходили два раза в неделю, сейчас мне хоть бы раз в неделю что-то выпустить. С чем это связано? Прежде всего, это принцип приоритетности в деле. Потому что если вы думаете, что снимать видео это легко, я вас очень сильно разочарую. Это очень сложно и забирает огромную часть вашего свободного времени. И иногда вместо того, чтобы пойти погулять, подышать свежим воздухом, я сижу и снимаю. Вот для примера, прошлые выходные я снимала всю субботу, начиная с часа дня до 2 часов ночи. И что вы думаете? Я вчера села редактировать видео и поняла, что во всем материале, который отснят за тот день, нет звука. У меня полетел микрофон. Вот почему сейчас, в принципе, я снимаю только на камеру без микрофона. Практически 12 часов просидеть перед камерой, перед светом. И в итоге получить ничего. Потому что этот материал не годится, его нужно переснимать и удалять. Я начала совсем по-другому воспринимать YouTube. С той стороны, которой нужно показывать это все, это, конечно, круто, это блогерская жизнь, все такое настоящее. Но с другой стороны, когда ты вникаешь в это и знаешь изнутри, как все происходит, для чего, как, почему, ты понимаешь, что это уже ни разу не творческая платформа и не проявление там каких-то талантов, а просто какой-то хороший маркетинговый ход с такой коммерческой рекламной подоплекой. Я вот честно не очень хочу быть частью этого. К счастью, YouTube не моя работа и не средство заработка, это мое хобби, и я хочу, чтобы это оставалось моим хобби. Честно, я уже была на грани, чтобы забросить канал и перестать снимать видео. Мне казалось, что я потеряла ту цель, которой следовала, когда начинала этот канал. Но я села, все обдумала, и, знаете, у меня появилась новая цель, новое предназначение этого канала.
Я хочу 100 тысяч подписчиков. Для чего, спросите вы? Ведь удовольствие от хобби не измеряется в цифрах. Дело в том, что после 100 тысяч подписчиков я решила отдавать деньги, которые мне дает партнерка на YouTube, в благотворительность, в помощь животным. Я очень этого хочу и давно хотела. У меня есть тетрадка, где я со школьных времен записываю все свои мечты, и одна из них — это благотворительность. Это будет отличным стимулом, чтобы начать работать над собой, над своими видео, и каждый раз, когда я буду садиться перед камерой, я буду знать, что я делаю правильные и полезные вещи, что я помогаю кому-то и даже смогу спасти кому-нибудь жизнь. Я не хочу, как другие блогеры, делать свои коробочки красоты, не хочу, чтобы моим именем пользовался какой-нибудь бренд, чтобы навариться. Я хочу помогать животным. Конечно, это все будет не скоро, у меня всего лишь 25 тысяч подписчиков, я даже половину еще не прошла. Но когда у тебя есть определенная цель, тебе легче к ней идти. Надеюсь, вы меня в этом поддержите, потому что в этом мире так мало добра, что всегда лучше начинать с себя, начинать с своих действий. Пускай раз в месяц я не куплю тебе тушь или тоналку, но я буду знать, что эти деньги пошли на благие цели. Для меня эта тема очень трогательная, и честно, я с последних сил себя сдерживаю, настолько это сильно меня цепляет. И знаете, в своих 27 лет я хочу пожелать вам и пообещать себе научиться любить себя. Я понимаю, что с каждым годом любить себя будет все сложнее и сложнее. Я старею, и это нормально. Если вы думаете, что это не коснется вас, вы очень ошибаетесь, поверьте мне. Я тоже не думала, что в 26 лет у меня появятся седые волосы. Мой контур лица будет опускаться с каждым годом все сильнее и сильнее. Я начну быстрее набирать вес и тяжелее его сбрасывать. Но, честно, я воспринимаю это как просто следующий этап моей жизни. Я еще этому учусь. Мне предстоит принимать себя такой, какой я есть. Ведь волосы можно перекрасить. Контур лица можно подтянуть лимфодренажным массажем. Даже от целлюлита можно избавиться, если заставить себя бегать и заниматься спортом. Главное — настрой. То, как вы к этому относитесь. Вот эти вот навязанные Инстаграмом стандарты, честно, меня уже тошнит от этого. Какая разница, какой у кого вес? Главное, чтобы человек был хорошим и его поступки были добрыми. Поэтому всегда стремитесь быть лучше, находить что-то позитивное в этой жизни. Научитесь радоваться мелочам. Я бегу переодеваться и идти покупать маме цветы, поздравлять ее с этим праздником. Огромное вам спасибо за внимание. И я очень счастлива свой 27-й год рождения начинать вместе с вами.